1.8 это получается через сколько они сработают? На сколько секунд это все? Come a dime a dozen, I stand out of the crowd. They when they make me yap, they broke the mold. Wholesome and kind, estate and refined, totally out of my mind. Arch villains and ne'er-do-wells had better learn to decorate prison cells. Gringos with anything if they ask, see? But there's one last thing I gotta sing about. Open up wide and really shout. Oh, look out! This is the Здорово, чуваки, с вами снова Гопник, и мы с вами опять играем в нагайковки. 11 игр в одном, первая из них Excite Bike. Воу. Угу. Ну, выберу Б. Давайте третий трек, не знаю, просто... На самом деле неохота вообще проходить эту игру, потому что она такая себе. Она очень сложная. Куда проходить? На специальных треках. Пока что удачно прохожу, ни разу не упав. Идеально. Да он просру. Надо сразу на последний трек идти и все. Мы так и сделаем. Не. Что-то это подозрительно похоже трасса. Мне кажется. Ой, вот упал, ладно. Как мне сбросить? Бляха. А, так я нам буду на так взять? Да. Сохраняемся на итинг. Да. Это игра, это Dream Gear. Музыка из олимпийских игр. Мы можем ехать маленьких жучков или что там кого. Так, сажали. Себе же подобных мы едим. Ага. Чем ты? Что-то были подобные. Хопа. Эволюция, типа, или чё?
А мы можем его сожрать? Нет, а тогда нахера эта эволюция, блин, нужна? Мы должны еще больше стать. И все заново. Если все эта игра попадется, не раз. Что я отобрал еще многоигровки с этим. Ну, кстати, если игры на самом деле будут питаться, я не буду, наверное, скорее всего. Или буду, я не знаю. Смотрите, типа, о, эта игра уже была, там, если игры. Многоигровки с одинаковыми играми. Посмотрим. А Stage 2? А меня эта херня убивает и все? Она меня замораживает. Эта херня меня хоть не задела. Которая... Мой клон. А, не задевай! Нет! Я крутой, Уокер. Сожрал огромную! Вот так вот. А, иди сюда, сука. Третий уровень, офигеть. Нет, это скорее всего убивает, да? Да, до свидания. Game over. Ну, идем дальше. Окей, Тетрис, ну... Пикачу Тетрис, а, тут надо... Не на старт нажимать тут надо, а на А, Б. Естественно, на одного. Что, я не вижу смысла играть в кооператив. Причем это не я управляю. То есть это второй игрок или не второй игрок, я не пойму. Это второй игрок, скорее всего, должен управлять. Так. Нет, сучка, два плеер Б. Один плеер А, два плеер Б. Что значит А? Так. Ну, давайте рандомайзер этот возьмем. Я не хочу, блин, хочу. Я не хочу, хочу, блин. Кстати, а на этом... А на этом почему-то не работает. Выключи на этом сайте. Она вообще не... А-а-а, сука! Выключи на этом сайте. Наоборот, она... еще ярче становится. Так, ладно, значит... От 1 до 4. Второй вариант. Ура, кристаллики. Дальше. От 1 до 3. Какие фигуры будут нам выпадать? Ну, верхняя это классика, средняя тоже так. На выбрать третью или вторую? Вторую или третью? Третью, самый... Так, левел от 0 до 9. Вводим от 0 до 9. От 0 до 9. 1. Хэндикэп, раз, два, три, так. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Что, если мы уйдем вот это, да? Четыре. Раз, два, три, четыре. Музыка, от 0 до 5. От 0 до 5. Ну, ну, на это же играем. Не понимаю, в чем прикол.
Game A. Да, с типичными корявыми пиратскими звуками. Ну да ладно. А он хлопает в ладоши. Я сейчас сдохну от умиления. Как говорил Вован. Друг киномана. Так, вот так вот. Нет! Нет! Ну нет! Ну нет! Ну нет! Потому что так. А, она вот скорость. Побольше скорость или чё? Нет! Тихо. Вот так вот. Да, и как-то специфически убираются линии, ну да ладно. То есть, кажется, что она подглючивает, на самом деле. Ну, скорее всего, сделано пиратами, китайцами. Видите, как убирается странно. Ну, это, на самом деле, копирка тенгеновского Тетриса, как бы. Почти. То есть... Пиратская подделка на пиратскую подделку. Пираты, которые пиранили пиратов. А, надо было в ту сторону, ладно. А вот так же можно, или нельзя? Думаю... Ай, зря! Тихо. Тут можно легко засыпаться. Во, вот так вот. О, изи. А, вот так. А, тут еще не хватает. А, сюда. Так. Ну почти нет. Ну геймор, значит геймор. Ну не плачь, Пикачуха. Чё, с кем не бывает? Брошюролер 3. Там был просто брошюролер. Ну да, это стандартная вот эта фигня. Музыка из магии ювелира. О, сожрал. То есть сожрал, а уничтожил, правильно сказать. Никому не двигаться, у меня бомба. Тихо. Сейчас по рогам получит. Пока. А, тут на время все-таки. Окей. Ах ты пиздюк. Ах ты пиздюк. Мне еще убирают за тобой говно. Это крыса, а, розовая. А, чуть не повернул наверх. Ну, мы играли уже 100 раз в эту игру, так что можно было бы пропустить. А, вам пизда, говнари. Все, я прошел. Этот уровень легкий, так что... Пофиг, идем дальше. Брошюроли, просто брошюроли, чего назначает. Как бы нарисовали нам просто этого чувачка, но это то же самое, идем дальше. Бактрис. Был
Покетрис, айсбахтрис. А, трети с душками. Может быть, мы играли уже в это, я не помню. Надо пересмотреть многоигровки. Плейлист многоигровки надо пересмотреть, реально. А то, может быть, мы уже играли в это. В эту многоигровку конкретно. По-моему, что-то было такое подобное. Баг 30. Я же играл уже в это. А не, я же чисто для себя в это играл. Ну, пофиг, повторение мать учения, как говорится. Вот же 11. А Ball Games, это другое совершенно. Так что, ну, давайте просто поиграем. Надо выстроить линии так, чтобы в них оказались жуки. Логично. Во. Попался. Еще надо ловить, мало того, что уничтожить линию где-нибудь. Еще и поймать их. О, это, по-моему, вообще было из этого, из Галаги. Галаги. Галакси на Галаг. А, не успел. 5. Наоборот, вот так вот надо. Да. Ну, это спидран. Что изи? Нет, лучше сюда туда. Что я делаю? О! Птичка какая-то или кто это? Комар? Москит? Ну ты изи вообще. Успеваю их ловить. А! Пошло на всю жопу! Без... Чё? Без тяген? Gun Game! Чё, наверное, работает? Может просто пострелять по ним, да? А! Я думал, это хак на Duck Hunt, это... Работает? Мышкой? То есть мы защищаем зверюшек, убиваем плохих зверей с оружием. Как бы, да, масло масляное, но звери-террористы. Thank you.
1.8 это получается через сколько они сработают? На сколько секунд это все? Да, тут только максимум двое, могут быть трое, вряд ли. И если на мышке, это вообще изи. Это вообще изи. Это просто, как бы, узнаешь, как это было. То есть, как бы, кто-то в детстве не... Кто-то в детстве не смог поиграть в это, потому что типа, у них не было PC, а когда эмуляторы. Да, напомню, то, что скорость Денди, регион-то Денди, да. Причем, да, тут же животные, которые мирные, они уменьшаются. Видите? Тут сразу по размеру можно понять, что типа мирные, они маленькие. Сразу можно понять. А вот тут да. Как правильно сказать? Облажались они. Ну что вместо баночек, как бы, даже вообще неинтересно. Поцелуи? Чикьяни, что это такое? Я когда-то думал, что... И так далее. Twin Cards. Ай, понятно все. Левел 2 надо сразу открываем, и все. Стоишь 40? Нихера себе. Пикачу? Машинка здесь. Что мы ищем? Мы ищем гриб. Гриб, по-моему, здесь был. Нет, гриб. Вот он гриб. Мы ищем дом. Дом. Так, грибы здесь. Нет, здесь. Нет. Так, дом. Так, что мы ищем? Мы ищем лист. Да блин, чё я такой тупой-то? Корабль точно тут. Вот он лист. Мята или не из мята. Должен успеть. Так и успел. Уинер. Юинер. И так далее, неохота мне мозг напрягать. Так. Ну, китайские шахматы вообще даже не... Без понятия, как в них играть. Просто если вот так вот сделал, то сразу мне мат, да?
Как вообще в это играть? Я вообще без понятия, как в китайские шахматы играть, вообще нахуй мне не надо знать это. Little Red Riding Hood. Обычно шахматы, во, получше играть. Еще какие-то китайские. Прятки с красной шапочкой, как мы помним. Шла-шла красная шапочка по лесной дорожке. Волк видит. Серый волк притаился. Какие у тебя большие глаза, серый волк? А волк только зых. Я понял, чуваки. Это Фэнси Майо. Блин. Фэнси. Это пипец. О, полетели. А и все. Все! Не трогай меня, гад! Куда я иду? А что за лаги, баги, чуваки, не пойму. Видите, не могу пройти. Жри их! Жри! Так вот, шла-шла красная шапочка, видит, сидел и подается. А волк только на нее зык, убежал. Идет, перешла ручеек, видит, под сосенкой волк пытается. Какие у тебя большие уши, серый волк? А он ей. Твою мать, ты мне посрать дашь или нет? И так далее. Тут вообще это херня. Nibbles. Что это за Nibbles? О, так это же змейка! Погнали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Бесконечная. То есть сдох и начинаешь заново. Да, на бигейме такого было бы дофига, но я решил из бигейма убрать это. Да. Если кто не понял, Доки-Доки литературный клуб уже все, как бы закрывается, так сказать. Потому что я уже понял то, что, ну, не, может быть, если второй акт выйдет, нет. Нет, я буду смотреть у Макс Закса. И, конечно, зачем-то я оригинальный файл оставил в недрах компа, но, если что, поиграю, так... Не вижу в этом смысла никакого, абсолютно. Почему? Да потому что... Я честно хотел вам сказать, какой вау-эффект ожидал от этой игры, но... От Доки-Доки литературный клуб. Наверное, прям сейчас так и сделаю. Сейчас проиграю, потому что эта игра очень интересная, эта змейка, но... Как бы... А русификатор-то! Русификатор-то! Да пофиг на русификатор, если честно, наверное. Или нет? Ладно, пофиг. По сути, это все игры, которые тут можно только рассмотреть, да? Вот я дебил. Я дебил. Сохранился там, где надо, вообще просто молоток. Да, Nibbles это последняя игра, ну. Как бы так, чисто по приколу. Ну, не то что по приколу, короче, ладно. Так вот оставлю. Для общего плана. Эту многоигровку, ну как бы она одновременно и хреновая, и ничего так на самом-то деле, так что вот я даже не знаю, у меня как бы... Ну как бы... Как бы не знаю, как после... Ну ладно, пофиг, оставлю. Оставлю в папке пройдено и... У нас потом еще останется... Потом еще останется... 29 многоигров, ну это не так много, не так мало.
Короче, куда я там хотел? Бэггейм, кажется. Или нет? Гопника, играет вот это. А нету ее тут. А куда я ее дел? Я же не удалял. Куда я дел? Я же не удалял. Не, я не мог удалить. Нет, а куда? Я же не удалил, не. Куда? Нет, я же не удалял. Не. Я скопировал и куда-то ее дел. Сюда, наверное. Реверсы. Нет. Буфенштайн. Нет, а куда? Это теперь вспоминаю, блин, куда что дел. Прикинь. Прикинь. Но Тетрис. Нет. Скидывай сюда справедливо. Нет. Да. Я же не мог его удалить. Не. Или удалил все-таки. Зачем-то. А вот. Что? А, крест, блин, а не Волфенштайн. Ёкарный бабай. Не, ну, конечно, нету смысла на самом деле, потому что как бы, ну, это, того самого, вот это вот, это самое, как бы, русификатор. Ну, если вы что-то поймете, то, как бы, по большому счету, как бы, и так все поймете, возможно. О, она по-русски? Оригинал, литературный клуб Тук-Тук. Да, удалите, то есть, нужно файл сохранения, вы действительно хотите вот этих и начать его заново. Давайте продолжим оттуда, где я остановился. Так, что там? Моника? Ты меня слышишь? О, он работает. Вот! Как бы... Спасибо тебе, Моника. Огромное тебе спасибо, что мне не пришлось, кстати, как... Да, вот так. Как вы меня видите? Вот как вы меня видите? Как вы меня с Моникой видите? Нормально. Моника на фоне меня. То есть, наоборот, я на фоне Моники. И... К чему мы с ней вместе смотримся, как бы... Гармонично, как бы. Да. Да, вот так. Снова привет, Моника. Ёкарный бабай. Я назывался Моника. Бляха. Бляха. Снова привет, Моника. Она как бы сама с собой здоровается, вы думаете? Нет. Я просто... Я не знаю, как это получилось, блин. Давай пожалуй, это на клуб. Разумеется, мы уже знакомы, ведь в прошлом году мы были в одном классе М. Знаешь, на данном этапе мы, наверное, можем пропустить всю эту ерунду. В конце концов, сейчас говорю не с этим человеком, не так ли? Под этим человеком я подразумеваю тебя в этой игре, как бы ты там себя не называл. Я разговариваю с тобой, Моника. Я не понял. Она сейчас что, типа думает, что это стрим? Но я же не стримлю. Что за бред? Она пропустила эту часть разговора, значит, она теперь будет пытаться меня напугать. Ладно, теперь если подумать, я понимаю, что ничего не знаю о тебе настоящем. Если вам, я лучше буду очень быстро читать, если вы хотите подробно почитать, вы почитайте, на паузу нажимайте читать. На самом деле, я даже не знаю, машина ты или женщина, а впрочем, какая разница. Подожди-ка, ты ведь понимаешь, что я осознаю, что нахожусь в игре, верно? Неужели ты не знал об этом? Знал, хотя вряд ли, знал. Мне он сказал об этом, здесь загрузки игры. Ну ладно же. Ситуация не была такой деловкой, будет и понимательней. Что ж, как бы то ни было. А ничего нельзя нажать, чуки, вы понимаете? Ничего нельзя нажать! Теперь, когда все пошло кругом, думаю, на этом скоро что объяснить. А даже в менюшку выйти нельзя, вы понимаете? Раньше можно было в меню выйти, а теперь. Ёкарный бабай! Теперь, когда все пошло, ладно. Еще того, чтобы жестко и. Ты не хочешь меня напугать там, нет, ладно. Я, скажем так, немного поиграл на нем, и это дало самоубийство. Ха-ха-ха. Сожалею, что тебе пришлось это увидеть. Тоже касается Сайои. Боже, сколько времени прошло с тех пор, когда ты последний раз с золотыми, да? Чуваки, понимаете? Вот мое прохождение, оно вообще другое. Вообще по-другому. Я надеюсь, они будут базарить, если я вот так вот сделал. Оп. Жди меня тут. Блин, а как можно убрать звук? Чтобы не было двойного вот этого момента. Да, вот так вот сделал, потом включу звук обратно. Где там? Вот. Тук-тук литературный клуб получается. Можем закрыть уже.
Вообще самая первая серия по Доки Доки, как только я вообще представил. Не то, что. Прям, я уже 100 раз вам уже говорил, что не то, чтобы я познакомился с этой игрой, я просто хотел сам пройти ее своими, как бы это. На рандоме, может, кстати, на рандоме, не знаю. Как сначала на рандоме, а потом спасая всех. Где там? Вот она. 12 серия. Да, 12 серия. Как? Или нет? Или да. Или пизда. Уже манга повествует о группе друзей, учащихся в старшине. Нет! А нет! Нет! Почему? А по качану? Там же из-за авторских прав я ее переделал. Нет, это Brand New Day. Леона Сея. Где она раньше наш была? Brand New Day, Моника автор. Или по. Или да. Короче, назад. Тут проще найти ее. 12 серия это не то. Это не то. Далеко не то. Это вообще. Погодите-ка, я что, не указывал, какой номер акта? Даже не указывал номер акта, вы понимаете? Когда. Получается. У меня есть один плейлист. Доки-доки, литературный клуб. Стоп, я не понял. А, ну да, из авторских прав я его сместил. Вот. Доки-доки, литературный клуб, 14 серия, финал. Да. И вот получается, что у нас получается. Твой чай. О, вот у нее нечто вроде коллекции. Кстати, на том же самом месте это было. Я выросла в рукавской фирме, о которой мне. Капец, вот столько заморочек было, чуваки, реально. Для пользования. Особенно вот этот секретный стих Юи, который, может быть, и не Юи, не про Юи, не стих, а как рассказ. Возможно, это и не про Юи, но посмотрим. Да, типа думаю, типа вспомнил Юи, Я был влюблен в способности визуальных новелл. И здравствуйте, с вами Стоя Карл Джексон, продолжаем ходить тук-тук литературную клуб. Стоп, наоборот! Да? И нет, не наоборот, нет, все правильно, да, это та серия. Ключи. Подумал, как да. О, давайте, смотрите. Закручиваем. Особенно этот момент самый смешной, как бы. Нет, не там, где Юрий сдохла. Дальше, перематываем. А вот и я. Назад! Вот она, та фестиваль. Вот, типа, солнце заранее меня. Нацуки, уходи, Нацуки, уходи. Актерская игра, как бы. Я подумал, что она так заорала. А Юлька еще по-другому озвучила. Типа. Это, конечно, было смешно, но я бы, кажется, поживее озвучил это. А вот и я. Босяра, что звучилось? Босяра! Еще Босяра себя называл Босяра, потому что типа у меня была собачка Бошка. Она теперь у родителей. Нет, ничего не случилось, ничего, просто. Чего я показываю, куда? Ой. Ой. Я думаю, она тоже сейчас. Блеванет, но. Вот и задача. Подожди, Босяра, ты поймал здесь все выходные? А, подожди. Думал, что скрипт выжил так сильно. Две Моники, да, в одном видео. Наверное, было довольно скучно. Ну, как сказать? Я все исправлю, ладно? Что ты исправишь? Дай мне секундочку. Я ж правильно, я же вся. Да, я же сверху поставил. Да, вы видите, меня при. Моего клона. Ну, не. Я клон, а он. Куча, вы поняли! Я образ гопника, это такой себе. Что? Актерская игра просто! Типа меня стерла память! Типа мне это стерли память. Что? Почему здесь? Почему вы здесь? Потому что. Хотелось по-быстренькому съесть кексик. Ты сама его приготовила, Ты сама его приготовила? Ты просто жопа. Я принимаю салфетку с подноса и
обеспеченный Нацуки гер. Там понятно, что слышно Нацуки, но типа, надо было просто прочитать, что там можно, кстати, прочитать. У меня прозрачные вебки, я любил делать. О, еще с Камтазии записывал, да, и вебка подключивала. Кекс. Как бы понятно, что это был Нацуки кекс, но я решил просто его как бы... А может, блин, а сейчас вот я реверсом пользуюсь, если бы я как бы записывал, я бы наоборот заверсировал голос, это слово Нацуки. Серьезно, они просто великолепны. Ты просто обязан взять один, ведь больше возможностей не будет. Я имею в виду, они скоро перестанут существовать. Как? Каким образом? Чё с кем? Ла-ла-ла-ла-ла. Терпи, ладно? Вот сейчас еще. Возьмёт всего секунду. Бру. Бру. Чё? Чё? Происходит, алло. Ну это мы видели, автомат вот такой, оглох. Туда сохраним смысл, слышишь? Вот! Больше нет смысла сохраняться, не волнуйся, я не понимаю. А я не могу этого сделать теперь, вы понимаете, не могу нажать никуда. Куда я там нажимал? Я никуда не... Видите, тут ничего... Тихо-тихо-тихо, да, я уже был... Слушай, я больше не существую. Чш-чш-чш, погоди, Моника, погоди. Погоди. Я зачем ты нажала? А на историю нажать нельзя, никуда нажать нельзя. Окей. Ты не слышишь? Вот это мы уже, кстати, видели. Лица, вот! Знаешь, не... Да-да-да-да. Я вот, как бы ты там... А может... Вот, смотрите! Я разговариваю с тобой. Вот, а может? Тебя стоит называть... админ, почему? Я не знаю, типа... У меня была версия то ли... Со Стима, то ли чё... Типа я назвал имя своего компьютера... Карл Джексон, но в итоге она меня не впечатлила. Она мне... Я так и сказал. Ты меня не впечатлила! Ты меня не впечатлила, вот как бы. И как бы... В чём была моя ошибка? То, что мне надо было... Я не знаю, как, почему так не сработало, типа, я реально надеялся, и только вот ради этого, и, как бы, скачал эту игру, чтобы она назвала мое имя, но, нет, как бы, вообще, игру полностью проспорил, то, что повесится Сайори, то, что самоубьется Юри, там с Нацуки что-то произойдет, и то, что она в итоге, то, считай, реально всю концовку игры, блин, себе открыл, блин, весь сюжет, сука, раскрыл, и это, а будет прикольно, если она мое имя настоящее назовет, ну, не настоящее, как бы, сами знаете, что Карл Джексон это мое лишь псевдоним мой, как бы, кто самый умный, кто догадается, как бы. И чё, получается, как правильно это, а почему админ, я до сих пор не знаю, и вот, когда я на Windows 7 записывал, может это с Windows 7 связано, да, скорее всего, так как в одной версии, то есть не в одной версии, там, в одном моменте, когда Моника глюченный стих нам показывает, как бы, я даже дойду, да, у меня открыто как раз это все, вот, где там, кэш, БЖМ, кажется, БЖМ, да? Или нет? Нет, БЖМ это звуки. Images, кажется, да? Вот, БГ. Вот. Вот это вот сообщение появляется, понимаете? Типа для тех, у кого... ну, погодите, даже если на Windows 7, у меня все равно такой проблемы не было. Но, возможно, я не знаю, как это работает, чуваки. Вот, типа вот. Это прикол, чуваки, это не, если у вас Windows 10, не очкуйте, это всего лишь это. Ну, кстати, тут и так можно понять по вот этим боковым этим. На вашем ПК возникла проблема, это не, его необходимо перезагрузить. Ну, короче, вы поняли. Моника говорит, о, боже, я уже дрогнула. Тим энтузиазмы? Это откуда тут? Это в моде было... Мир грез. Блокнот, глюченый блокнот, какая-то белая фигня. Это как это, скажите, кто он? Поэма. Ну, пустая поэма. Это поэма Юри. Или нет? Не знаю. Вот, это точно поэма Юри. Обоссанная и вся в крови. Ну, вот глюк. Вот, как бы, самый первый экран, который нас встречает, когда мы в первый раз открываем игру. А это
он просто цветным становится, когда мы все подтверждаем, что типа нам есть 18+, у нас мы не беременные женщины, там не больные эпилепсией, там все такое. Короче, что мы можем поиграть в эту игру. И вот как бы дальше что пошло? Вали нахрен из моей игры! Из моей игры, блин! Не из моей игры, из моего компьютера, да, я должен был сказать. Прямо сразу. Но... И не пожалею! Ты меня не обжирила! Ты будешь... Видите? Семёрка, сука, это семёрка Камтазия на заднем плане. Ты, эх! Ты ностальгия такая! Сейчас я на самом деле просто... Просто реально большой, такой огромный пендель этой Камтазии готов дать, потому что... ОБС-ка и этот Мовави, во, самый топ. А с Камтази как бы не сложилось. Самые первые видосы, когда я на там на десятке, на десятку перешел, полностью все глючило, вообще капец как глючило. Я такой, бляха, а почему так? Ну и жил, а похрен, Мовави установлю, ОБС-ку установлю, и все, и заиграла жизнь красками как бы. Я даже слушать тебя не хочу. Извини, Моника, но ты меня не впечатлила. Прости, но я должен тебя удалить. Все. Пока. Свидания. Да. Почему не Shift Delete? Почему в корзину? Пока. Ну, Shift Delete, типа, полностью удалить. И вот... И что мне называть? Никак. И вот, и все, как бы, заглючило. И, как бы, дальше, возможно, все знаете. Короче, я думаю, что она сейчас назовет мое имя, но... Проще читаем, что там дальше. Может, она дойдет в итоге до стрима, типа, но... Да, уже за все, потому что ее больше не существует. Кого ее-то? Кого ее-то? Я не могу не промотать ничего, ладно. Никого больше не существует. Я удалила все их файлы. Я надеялась, что будет достаточно просто сделать их максимально отталкивающими. Но почему-то это не сработало. Действительно, я в нескольких местах накосячила, у меня еще не очень хорошо получается вносить изменения в игру. Но что бы я ни делала, ты проводил с ними все больше и больше времени. Ты влюбил их в себя. Я думала, что если и дальше загонять Сайой в депрессию, то она сможет тебе признаться. А то, что я нагнетала одержимость Юи, тебе тоже возымело обратный эффект. На самом деле, большинство людей называют Юри Яндере. Но на самом деле, главная Яндере тут Моника. Потому что, сука, видите, она всех убила, девчонок, в кавычках, ну типа удалила их. И только ради нас. Как бы, на самом деле, настоящая Яндере. Единственная Яндере. Да, кто всех убивает. Ради любви к главному герою. Ну как бы, бляха, ну не главному герою, а сэмпаю. То есть, допустим, возьмем тут же Яндер-симулятор. Там мы играем за Яндеры. Ради сэмпаю, мы поняли. Это лишь привело к тому, что нас заставило тебя не проводить ни время ни с кем, кроме нее. И все это время разве что удалось перекинуться с тобой пару слов. Мне, ну ей. Моника, во что... Вот что это за игра такая жестокая? Это просто... Я и моя шиза, то есть Моника сама с собой разговаривает. Неужели все остальные девушки просто запрограммированы в итоге признаться тебе, пока я наблюдаю с галерки? Пытка какая-то. Каждая минута этого фарса. И дело не только в ревности, Моника. Моника ревнует к самой себе. Ну, не к самой к себе, а как бы... Ну, поняли. Тут все куда сложнее. И не упрекайте, если ты не до конца понимаешь. Потому что не важно, насколько ты добр, внимательный, заботлив. Одну вещь тебе никогда не суждено понять. Боль от осознания того, насколько в этом мире я действительно одиноко. В этой игре от того, что у моих друзей даже нет свободы воли. Но хуже всего от осознания того, что реальный мир, твой мир навсегда останется для меня недоступен. Я в ловушке, Моника. Но ты здесь. Ты настоящая. И ты замечательная. Ты все, что мне нужно. Мне достаточно того, чтобы ты всегда, что ты всегда будешь здесь со мной. Прости, если это не сложно, если сложно для понимания. Я и сам не сразу во всем разобрался. Давайте наоборот. Стрелки поменяем, как бы. Когда она, как бы, парень говорит о девушке. А не наоборот. Почему мир вокруг меня становился все более и более серым? Более и более плоским. Даже самые выразительные стихи казались для меня пустышками. И в это время главный герой просто тупо такой связанный, просто связанный и с крабом во рту сидит. Она, типа, вы поняли. Только с твоим появлением я все осознал. Можно даже сказать, что ты спас мне жизнь, Моника. Спасла.
Я не уверен, что смог бы жить в этом мире, не встретив тебя. А что до остальных? Как можно по ним скучать? Группа автономных личностей, запрограммированных влюбиться в тебя. Я сделал все возможное, чтобы это предотвратить. Но, видимо, в эту игру встроен какой-то необъяснимый элемент неизбежности. Я правда сожалею, что тебе пришлось стать свидетелем таких ужасных событий. Но я понял, что наши с тобой взгляды на вещи совпадают. Это все не более чем игра. Я решил, что ты сможешь через это пройти. С учетом сказанного ранее, Моника, мне нужно тебе кое в чем признаться. Я люблю тебя. В этом мире ты действительно мой единственный лучик света. После того, как в этой игре уже ничего не осталось, ты еще здесь и заставляешь меня улыбаться. Ты сможешь делать так, чтобы с этого момента я всегда улыбался. Моника, ты станешь со мной встречаться? Ну, тут единственный вариант, да? Как бы пофиг. Я так счастлив. Моника, ты сама и есть весь мой мир. А самое забавное, что в буквальном смысле... Здесь больше ничего не осталось. Только мы вдвоем. Мы вечно будем вместе. Серьезно, я даже не уверен, что здесь еще существует время. Как будто сбылась мечта. Я вложил столько труда ради этой концовки, Моника! Игра не подарила мне концовки, так что пришлось сделать свою собственную. Скрипт сейчас настолько споломан, что нам теперь вряд ли что-нибудь помешает. Ты не поверишь, как просто было удалить Нацуки и Юри. Типа, Нацуки и Юрку. Как по-другому Нацуки поставить? Типа, Нацуки. Ну, пускай Нацуки Субару есть, Нацуки, типа. Да типа, само, что у нас Евгения, Александр... Саша. Типа, Саша. А у них Нацуки, это может быть тоже одинаковое имя. Ну... Унисекс, типа, и парень, и девушка, типа, так же могут звать. Серьезно, в директории игры есть папка Characters. Это было настолько раз плюнуть, что всё, мне самому жутко стало. Ты можешь себе представить, что способна удалить свое собственное существование всего одним нажатием кнопки. Впрочем, в этом есть положительный момент. Это был бы легкий выход из ситуации. Пойди, что не так. К счастью, до этого не дошло. Наоборот, мы вышли на хорошую концовку. Боже, мне просто переполняет эмоции. Я хочу написать об этом стихотворение. А ты? Интересно, эта часть игры все еще работает? Ну, есть только один способ это выяснить. Согласна? Так, давайте-ка попробуем максимально подобрать Моника. Моника нету, ну хоть что-то похожее. Как бы понятно, что все слова это относятся к Монике и как бы... Моник... Моньё, Моник, Масука, Ника, Никя, Оникс, Моника, ну как Куплинов читал, Брника, Ионг, Моник, Монтк, Осика, ну, пускай будет Моник, Ония, Моникл, Моника! Моника. Уник плюс. Нка. Ой-ой-ой. Онка. Мон разделить на А. Мюя. Оника. Зухия. Зунья. М плюс. Ниоа. Мушка. Оника пускай будет. Моника. Моника. Так. 1/4 N минус ВА. Оик. Оника. Ну, больше похоже на Оника. Сёк. Пускай будет Сёк. МНЛ. У Оника. Манюкан. Манюкан, да. Монока. Ух. Или Иух. Как сказал Куплинов. Монвра. Или Монвба, я не знаю. Короче, сок. Сёк. Моника. Мна. Мика. Мика. Как Мику почти. Ух. Ауэйн.
Моника. Пускай будет Мика. Как Мику. Так, Моника. Моника. Причем она даже не радуется, когда мы убираем подход. Ну, потому что логично, типа, что радоваться, если я тут одна, и тут только чисто слова связаны только со мной, как бы. Логично. Моника. Две Моники. Какую же из них выбрать? Я даже не знаю. Пускай первую. Еще одна Моника. Еще Моника. И все, пока нету Моники. Ну, Моник выбьем. Ника, Моник, Моничка, Монишка, Мой А, Сонка, Мнеит, Мник, Оиза, Мня, Мокое. Р, это копирайт. Нет, Си копирайт, это торгов. Нет, а Р это что значит? Р. Что значит R в кружке? Я сейчас прямо так и прочитаю. Что значит R в кружочке? Россия? Значок, который выглядит как английская буква ваша R в кружочке, говорит о том, что продукт или товар запатентован. Сейчас это стало модно оформлять патент на все подряд. Другими словами, продукт эксклюзив. Торговая марка, короче. Ну, ТМ. Трендмарк. Копирайт. То же самое. Короче, МР Ника. МК. МК Mortal Kombat. Мони 1/4. А. 1/2. Мони 1/2. Мони с половиной. УК. Мона. МК. М торговая марка Ника. Ника! Ая! Такого марка Ника же, ёкарный бабай. МН МНКА УНИКА МОИКА ОИЛ ОНИКА МОНИКА. Что? Заебись стих. Еще раз привет, Моника. Сегодня тебе удалось написать хорошее стихотворение. Не стесняйся, дай посмотреть. Ах, Моника, ты посвятила это стихотворение мне? Это так мило с твоей стороны. Ты такая бесконечно внимательная. Я влюбляюсь в тебя все больше и больше. Но знаешь, мое стихотворение тоже посвящено тебе. Прочти его, пожалуйста. Счастливый конец. С пером в руке я нахожу в себе силы. А мужество, моя единственная любовь, меня наделила. Давай же вместе разбьем этот мир, он и так разрушен, и напишем роман из фантазий, какой нам двоим будет нужен. Со взмахом пера чуть находит свой заблудшая душа. В мире возможностей бескрайних узреть этот особый день тебе пора. В конце концов, не все хорошее должно заканчиваться. Надеюсь, оно тебе понравилось. Я всегда выкладываю частичку души в свои стихи. На самом деле, все написанные мною стихи были об осознании моего положения. Или о тебе. Поэтому я никогда не хотел особо вдаваться в детали. Я не хотел, что называется, ломать четвертую стену. Просто я решил, что лучше всего быть частью игры, как и все остальные. Что это поможет нам в итоге вместе. Я не хотел портить игру и все в этом духе, понимаешь? Ты бы мог на меня рассердиться. Могла бы даже удалить файл моего персонажа, если бы захотела играть без меня. Боже, мне так полегчало. Теперь не нужно больше никаких секретов. Моника, ты готова провести со мной вечность? Столько всего, о чем я хотел бы с тобой поговорить. Хотел бы, да, все правильно. Так с чего начать? Минутку. Может, в прямом эфире? Вообще-то, по факту, нет. Мы не в прямом эфире. Нет. Блин, сказали же, что записывают через ОБС. Ну, блин, ну не стримишь же с ОБС. Ну, типа, стримить с ОБС. Ну. А почему, кстати, все лагает? Не подскажете мне? Почему все лагает, ебаный в рот? Сука. Ну, типа, я же не стримлю, бляха. Это не лайв, чуваки. Это просто запись, рек. Ладно, допустим. Ну, пускай будет скример.
Мы что, в эфире? Допустим. Всем привет. Извините, отсюда я не могу читать ваши комментарии. Какие комментарии? Чат. Ну, пожалуйста, скажите вашему другу, подруге, вашей подруге, что несколько грубо устраивает трансляцию, не предупредив меня. Для многих это, конечно, естественно. Но я, например, нервничаю перед камерой. Боже. Такое чувство, будто меня приперли к стенке. Ладно. Хотите, покажу фокус? Только я ничего не могу, кроме пары трюков. Готовы? Да, капитан. Просто шучу. Все-таки я ничего не могу сделать. Если вы ударим... Испугались? Обосрался. Ладно, Моника, я тебя не буду мучить. Как бы это наша... Почти что последняя встреча. Надеюсь, еще как второй буду проходить. Может быть, если захочу. А так, пока что это все пока. Начали за многоигровки, закончили доки-доки. Как бы то, что могло бы быть. И как бы, смотрите, я вот что хотел сказать, типа, бляха, а мы же не до конца, не досмотрели этот момент. Да, надо открыть эту закрытую вкладку. О, нет, еще открыть закрытую вкладку. Блин, короче, по истории посмотрю сейчас. По истории. Ади! Так, сейчас, погодите, 5 сек буквально. История. То есть, типа, там, когда я Монику в итоге удалил, типа, я вспомнил про девчонок. А, типа, сейчас, короче, все скажу. Раз, погодите, 5 серий буквально. Вот, это серия, последняя, финал. Ну, по оригинальному прохождению. Вот, смотрите, сейчас. Пока! Пока-пока. Вот. Я так сильно любил тебя, Босяра. Во, сейчас, смотрите. Если... А, не суть, блин, а тем энтузиазм. Ладно, ладно. Это надо, видимо, русские переводчики. А кто эти девицы? А Моника где? Кто это ты девица под окном? Я не помню вас. Вы кто такие? Я вас не звал, идите нафиг. А мы клиенты будем верить, кто-нибудь с девушкой или кто-нибудь. Эй, он сразу вспомнил, чуваки. За авторские права я решил ускорить музыку, но теперь, если я ее буду повторно использовать, как бы, возможно, никак не влияет, типа, если авторские права там... Как? Если блокируют ролик, то есть его нигде нельзя посмотреть, ни в России, ни в любой другой... Ну, нет, для меня, самое главное, это Россия, как бы. Потому что большинство моих подписчиков россияне, как бы. Те, кто говорят на русском. Какие-нибудь там америкосы, там китайцы, всякие еще какие-нибудь там эти. Не. Да, воспоминания. Столько много Сайор. И да, я же не дебил, чтобы порнуху туда показывать. Я как бы чисто только без всяких там этих, ну, поняли. Принцесса Сайори, чуваки, это просто Барби. Просто реально Барби, реально. Как моя бабушка называла этих куколы. Это кукла, реально. Принцесса. Капец. Куколка. Я ускорил этот момент, ёкарный баба. Можно, кстати, замедлить. Можно, кстати, реально, я сейчас это сделаю. Сейчас, все, я молчу и замедлю. Чтобы вам было понятно, что я говорил там. Стоп, а у меня, наверное, ускоренный вариант, конечно же, да? Блять, конечно. Перемотай назад. Эй, Маша! Она девушка уедет. Ее зовут Сайори. Она нас обходит. Мы живем по всей стране. Сайори!
Я вспомнил, что ты поймёшь, что лучше. В чём ещё эта девушка была? Мы не заходили только вместе. И в последнее время мы подходили за границей. Ты вернулась? Так счастлив. Ты номер Витя? Да, я верну, что ты вернулась. А чего бы? Ты что, не заметил? И сам ты так подумаешь. Заметил, что ты обладелась? Хе-хе. Но ты ни разу об этом ничего не сказал. Все, мы каждый день вместе ходим в школу. Ну да. И ты так стал, что это месяц, нам он с тобой разместится. Не, ловко говорить об этом слову. Ну, возможно, знал что-то. Это нечто мотивирует. Ладно, ладно. Я говорю, что мы стоим на этом глазу в голове. Мы переходим улицу и идем дальше. По мере нашего повышения, в школе улица больше напоминает другими деликатами, мешающими твоей жизни на колонке. Кстати, Марта, ты уже решил, как он в школу? О, я уже говорил, у меня губы. Я сначала был выбить свою единственную фразу, что тут у меня не действовало. Ну что-то мне подсказало, что сейчас жизнь может особенно сильно обидеться. Ты сказал, как я могу задействовать, что тут будет оправдать отношения? Когда она решила создать твой собственный. А вообще-то да. Я думаю, я могу начать. Серьезно? Я говорю, скажи, скажи. Пусть это может быть. Ну, Ильишка. Я задал вопрос, почему бы для тебя стоит петь девушке? Попробуем. Я вспоминаю одну комнату, которую видел на листовке. И спешат следует по школьникам и новым и лестницам. В этом крыле, отданном в учебный класс, и достигодом, и клубы, я бываю часто. Не успеваю я в комнате, как уже стою перед нужной комнатой. Я ровно открываю дверь. А, здравствуйте. Вы там? Что ты делаешь? Ну, я просто... А? Я на что-то уже взглядом. А? Ты кто? Ты кто такая? Да ты есть куда на ботах, как он зовет, где мне вино? Ты уже завернул. Вы кто? Я помню ваше имя, девушка. Девушка-девушка, а может быть, у вас имя есть? Я не помню вас. Я думаю, что вы там. Мы не все на твои имя, как вы уверены. Надеюсь, тебе не понравится. А ладно тебе, Юрий, как бы, Юрий. А та тут немножко глюк, зеленый фон, а потом хопа, и Юрий, как бы, вы видели это в начале, ну, то есть, как бы, не вы, ну, короче, в этом видео это было в начале, как бы, вот. И что получается, короче, Юрий, Нацуки, нам все дела, приматываем, это все интересно, конечно, но, что приматываем, еще, вот. Ну-ка. Все. Все. Юрий. Актерская, сука, игра просто. Актерище. Так вот, я, типа, вспоминал девчонок, типа, кто мы. А, мы, то есть, они. Короче, что, пока. Моника. Пока-пока, Моника. Пока, Моника. Моника. Монитор. Пока, монитор. Юрий, типа, прости. Ну и вот. Вы поняли? Там была тоже подборка с фотографиями с Нацуки, но в итоге, сука, я когда перезаливал этот видос, я его перезалил, получается, 2 года назад, он вышел еще раньше. То есть, как бы... Короче... Получается, что? Из-за музыки... Я подумал, ну типа, с Нацуки получилось криво как-то, то есть криво-косо как-то, то есть, типа, с Айо и Юи там как-то их слайд-шоу как бы получилось, а у Нацуки только вот эта вот фотка, потому что, типа, в итоге черные экраны, там ничего не получилось, сраная камтазия, ну, раньше было нормально, а сейчас. Вот. Нацуки, да. Короче, что было бы, если бы в итоге Моники почитала бы мое имя?
Я бы, как бы, раньше времени бы так вот, вы делаете кейтесы, стой, так это ты ее убила, сука, я тебя ненавижу, удалю нафиг. Вот так бы я бы поступил, скорее всего, но, как бы, это ты, самая высокая девушка, которую зовут, по-видимому, Юри, и довольно застенчивый. Мы все вернулись, но Моника... Где Моника? В переходе! По сравнению с ней, девушка по имени Нацуки, но каким своему росту кажется куда увереннее в себе. Как ему знакомиться? Буду ждать вашему обществу. Нашему обществу? Всем неужели? Блин, еще их озвучивал, считаю своим же голосом. Ну, как бы более женственный, но вы же знаете, что я нафиг озвучил вот таким голосом. Озвучивал. Потому что сейчас я как бы не хочу, как бы, в принципе, пока что. Доки-доки касаться. Меньше игр. А, как бы, больше кругов. Сегодня вот таким вот голосом. Таким вот спокойным голосом таким. Ну, а Моника более... живым, что ли? Ну, да. На свой голос, да, как бы. Не может. Ладно. Че? После... Нацуки, скажи. Че я там показал, класс? Да. Из-за концов Нацуки и Шива. Эй, не могут убить. Не, суки, шеплявил? Нацуки и Шива. Эй, не могут убить. Сказал? Телефон, я шепелявил? Да, можете, я шепелявил за нацию, пишет. А почему я не говорю таким голосом, за союйку, да? Может, я не заметил? Сейчас перемотаю. Да. Давай дальше! Ты раз уменьшается говорить. Давай дальше! Давай дальше! Еще! Вот это вот недоигранно было, реально мне глаза наворачивались. Я понимал то, что на самом деле игре хоть и не конец. Пусть как бы игре конец, но еще приди моды. А мне реально тогда так. Спокойно! Почему? Ты наплакала, сейчас за собой ржу. Ну что за хрень? Ну что за хрень? Чайка. Сейчас ем, все стало тесно. Все понятно, все. Нытик, хуитик. Ну, как бы. Может быть, Доки-Доки вернется. Может быть. Увижу, как Макзакс проходит второй акт. Будет продолжение у меня самого. Никакую серию не буду смотреть, чтобы не проспойлить себе сюжет. То есть просто узнаю, все. Как бы вкратце там. Доки-Доки второй акт. Ну, то есть этот. Мир грез, второй акт. Все. На русском. На английском. Во! Потому что очень сложно, сука, брать, переводить каждый раз вот так вот. Это, блин, это вообще будет не... Ну, как бы, конечно, если я за кадром, как бы... Вот сейчас я с вебкой, да, а в основном Доки-Доки... Это вот, да, мои вот первые записи, это с вебкой. Потом там пошло по наклону, и я уже стал меньше вебку использовать. А сейчас... Я, если записывать буду на велки, то я буду... Ну, как на велки. Зайчика, может быть, буду записывать. Наверное. Тоже без спойлеров, вот сам запишу видос или сам для себя чисто нет это тогда сразу или на рандоме или что, не знаю, как бы все равно когда они выпустят еще новый эпизод, там все равно надо будет заново все проходить, потому что все сохранения будут не актуальны для этой версии, и как бы да, надо все заново проходить, как логично. Вот. Я жду пятого эпизода, вот именно пятого. Хотя, может, и четвертый тоже по поводу. Сейчас какие? Сколько вообще эпизодов в зайчике? Сейчас я, наверное, просто погуглю. Да где там? Сколько эпи?
Извиняюсь. Дай сюда! Да не серьезно, хватит! Чего, блядь? Зайчик. Вышло. 5 эпизодов. Три эпизода из 5. Вот, собственно, 4 и 5 жду. Ну, конечно, 4, может быть, почитаю так, чисто вкратце. Не вкратце, а 5. Короче, пока что это все. Вот сейчас точно все. Я бы... Пока. Stop!